Чао, бонджорно. С вами, как всегда, Алена Камила, фитнес Форца Палермо. Фитнес Форца Палермо. Раз, два, три. Да? Ручки положили на плечики и эти плечики назад отвели. Бороду и вот этот вот угол сделали 90 градусов. Мои рекомендации: всегда держите осанку. А сегодня муж мой пока в туалете, Утренние процедуры, я его жду. Я вас сориентирую, что сегодня 2 сентября 2022 года и 29-е лунные сутки. Вот такие сутки, 29-е. 9, 19, 26, 23 соотносятся к неблагополучным. А что такое неблагополучность? А это все просто. Просто сегодня такой день, 29 лунные сутки. Держи себя и свой дом в чистоте. Все. Себя в чистоте держи сегодня. А еще лучше всю жизнь. И свой дом. А еще сегодня очень хорошо обрубать фальшивые связи. А у меня их нет. У меня их уже и нет. Как-то специально я это не делаю, но у меня есть моя личная. Ой, ей уже, наверное, лет так 15. Утверждение, мое личное утверждение. Рядом со мной только хорошие люди. Хорошие люди, идите ко мне. Идите ко мне. А плохие люди 3000 километров радиус от меня. Все, работает идеально, просто идеально. И даже если ко мне кто-то прибивается, а я никогда не, стараюсь не распознать, хороший человек, подходит мне или не подходит, то он ко мне так хоп, соприкоснулся.